чем занимается и как живет единственная дочь Ларисы Долиной. Долина трижды была замужем. В первом браке у нее родилась дочь Ангелина Мианчинская. Отцом девочки был коллега Ларисы Александровны по одному из музыкальных ансамблей, с которым она познакомилась на гастролях. Через пару лет их брак распался, но бывший муж помогал Долиной растить их общего ребенка. В детстве и юности Ангелина мечтала о творческой профессии. Такому выбору немало способствовало то, что девочка росла в артистической среде, часто бывала на репетициях и концертах. Проблема заключалась в полном отсутствии у ребенка вокальных данных. Тогда Ангелину серьезно увлекла карьера художника или фотографа. Но в результате она закончила экономический факультет университета и работает по специальности. Девушка признается, что очень довольна своей профессией. Оказалось, что у нее есть деловая жилка. С цифрами Ангелина управляется гораздо лучше, чем с нотами. Ее деятельность связана с финансированием строительной отрасли. Мианчинская является соучредителем нескольких крупных производственных компаний. Известно, что девушка состоит в гражданском браке. Ее избранника зовут Игорь. Фамилию супруга Ангелина не называет, отмечая, что он не является публичной персоной. У нее подрастает дочь Александра, внучка Ларисы Долиной. Девочке сейчас 8 лет. Бабушка ее обожает и надеется, что Ангелина подарит ей еще внука или внучку.